Это ваш уже второй приезд в Украину. В предыдущий раз вы судили конкурс «Мисс Украина», который устраивал украинский олигарх Александр Онищенко. Возможно, он вас пригласил на ужин? Он знает о том, что вы в Киеве? Он любитель женской красоты. Вы знаете, я считаю, что украинские мужчины и русские мужчины, и вообще все мужчины в мире – любители женской красоты. А я сегодня здесь для показа Ануки и... Знаете, наслаждаюсь просто моментом, не думая ни о чем. Несмотря на то, что вы блюдете фигуру и следите за тем, что едите, в Украине вы не можете удержаться и не съесть лишнюю порцию вареников. В этот свой приезд уже ели вареники, борщ, пампушки с чесноком. Да, ели все. Вчера я не могла заснуть в 2 часа ночи, потому что у меня все еще смена времени с Нью-Йорка. Я прилетела на показ Ануки самого Нью-Йорка. Было очень долгое путешествие, поэтому в 2 часа ночи я съела салат оливье. Вы знаете, я стараюсь не быть на диетах, стараюсь вести спортивный образ жизни, потому что еда – это что? То, что доставляет мне удовольствие, поэтому я стараюсь есть, но заниматься спортом. Вы недавно попробовали себя еще и в кино, и сразу не в эпизодической роли, а в одной из главных ролей, это фильм «Геракл». Чувствуете в себе актерский талант? Вы будете продолжать? Было очень сложно, на самом деле, потому что я считаю, что в любой профессии нужно к этому подготавливаться, нужно тренироваться. Я согласилась на эту роль, потому что в ней не было каких-то таких... Sorry, я думаю уже на английском. Не было, знаете, такого момента, где мне нужно было очень много говорить, потому что, естественно, у меня есть русский акцент. И, знаете, работать с такой командой Paramount Pictures, знаете, это просто... Просто даже если нужно мне было постоять на заднем плане, поулыбаться, я, наверное, согласилась бы, потому что это профессиональные люди. Вы недавно подвинули украинку Веру Брежневу на пьедестале самых сексуальных по версии журнала «Максим», и теперь вы самая сексуальная россиянка. Ну, вы знаете, я не считаю, что я кого-то подвинула или кто-то кого-то подвинул. Я считаю, что все девушки, которые есть в списке по версии самых сексуальных женщин страны, я считаю, что они все достойны первого места. Естественно, мне очень приятно, как русской, быть на первом месте, потому что я живу за границей. И всегда получать какую-то награду очень приятно, потому что моя первая награда была, на самом деле, подарена мне Майкл Блумберг за достижение в Америке. Было очень обидно, почему же первая награда не поступила с России, а поступила именно с Америки. Да, вы знаете, очень приятно на самом деле. И я считаю, что все девушки очень красивые, достойные первого места. И очень приятно, что меня, естественно, выбрали.